Добрый день, друзья, мои гости канала. Вы на канале Israel My Life Vlog. И наш отдых продолжается. Сегодня мы в пригороде. Оставайтесь, не переключайтесь. Который называется Кёдолу. Поэтому я здесь смотрю, здесь так зелено все. Здесь так все. Черешни распускаются, вишня цветет. Так сладко и так вкусно. И очень-очень зелено. Здесь везде, друзья мои, в Будапеште паркетные полы, высокие потолки. Сталинские постройки. Очень я вспоминаю, когда здесь гуляю, свое детство. Очень нравится. Очень классно. Видите, за мной там такой был продуктовый центр. А теперь я иду в поликлинику зубную. Цены в Будапеште, если как обычно, если поехать, то это стоит точно полцены, как в Израиле. Так как я еду к знакомым, уже почти семья, для меня стоит прямо как в России, как в Молдове, в Беларуси, точно так же. А если не как семья, то все равно, допустим, на 15% больше, чем на Украине, и в половину, чем в Израиле дешевле. И мы продолжаем, друзья мои. Все цветет, все пахнет. Я не понимаю, что раньше вы почувствовали через запах. Видите, вот здесь, как у нас было в домах своя земля у людей, как в наших деревнях. В Израиле так нет. В Израиле, друзья мои, такого нет. И домики точно похожи на Советский Союз, будем говорить так. Супер классно. И вот смотрите, какие уйки, деревья, какие дома. Точно наша деревня, ну точно. Похоже. Вот вишенка или черешенька, все цветет, отцвело, все пахнет. На некоторых деревьях я даже уже вижу ягодки. Хочу вот так близко снять, смотрите, друзья мои, вишенки. Опа, супер. Супер, 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 супер. Смотрите. Вот он. Оп. Немножко рановато приехала. Еще бы месяц-полтора. И была бы уже вишня и черешня. Ну ничего. Вот дерево, которое цветет. Супер. Вау. Как пахнет. Домики, как интересно. Опа. Оп-оп-оп. Аккуратненько, собачка. Вот, друзья, это вишня. Видите вишенки? Итак, мы продолжаем с вами сегодня гулять, отдыхать. И нас ждет впереди много интересного. До встречи!